Подарок от юбиляра компания «Тюмень Молоко» в честь своего 85-летия провела праздник для юных горожан. День защиты детей у «Современников» устроила развлекательную площадку. На сцене свои лучшие музыкальные номера показали творческие коллективы, а рядом развернулся целый городок развлечений для ребят. Все желающие смогли порисовать мелками на асфальте, попрыгать в классике, получить воздушные шары и оставить автографы на доске пожеланий. Обычно юбилярам принято дарить подарки, но компания «Тюльмень Молоко» решила сама подарить подарок всем детям и устроить праздник детства специально для вас. Организация очень хорошая, понравилось все. На батутах попрыгали, мелом порисовали. Ну, в общем, все для детей. Гости праздника – дети и взрослые – продегустировали продукцию под брендом «Першинская». Для ее производства используют сырье, которое изготавливают на фермах компании «Тюмень Молоко».